Всего объем составил 96 миллионов, это первая часть первого этапа. Вторая часть в следующем году, мы вот дальше продолжаем отсюда, поворачиваем на улицу Университетскую, и здесь делаем парковки и благоустройство. Вот, стоимость этого этапа составляет 61 миллион. Дальше продолжаем, тут тоже будет у нас и вынос газа будет, и прокладка тоже самое сетей, освещение, соответственно, все будет, вот этот объем. Придерживаемся разработанного проекта планировки территории на этот участок Тарас, да, и в рамках него, допустим, прорабатываем. По параметрам федеральной целевой программы, что нам, допустим, известно. На эти три года суммарное финансирование, допустим, от федеральной целевой программы по бюджетным источникам, это 485 миллионов рублей из всех трех источников. То есть федерация, региональный бюджет и местный бюджет. Вот. Понятны параметры внебюджетных источников, да, которые тоже вот приведены. Вот. И вот под эти деньги мы смотрим. Ну и основная задача в том числе 18-19 год навести порядок с территорией, с акваторией. Да. Здесь решить говорю... собственникам вот этих вот ржавых заброшенных судов вопрос по утилизации, по дебаркадеру. Дебаркадер, считаю, необходимым сохранить. Решить вопрос собственникам о передаче городу вот этого дебаркадера. Его надо реконструировать, восстановить.